Поставили ли вы прививку? Поставил. Какую именно? Спутник В. Коронавирус имеет способность мутировать. Но абсолютно точно, что эти более злые прилипчивые штаммы, они сегодня тормозятся. И если человек и все равно заболевает, даже вакцинированный, то течение болезни однозначно протекает легче. Если раньше основной группой риска были люди старшего поколения, дети переносили это легче, то сегодня уже говорить об этом нельзя. То есть молодые люди достаточно тяжело проходят этап лечения. И, конечно, наверное, имеет смысл все-таки задуматься, что вакцинация, она сегодня спасает и будет спасать впоследствии абсолютное большинство населения. Мы не исключение, мы должны это понимать, и это ответственность по отношению к нашим близким и окружающим. Пожелания якутянам. Пожелания здоровья, берегите себя. Берегите себя, не будьте дураками.